56-летний Брэд Питт, и 27-летняя немецкая модель Николь Потуральски, проводят выходные на юге Франции. Влюбленные отправились туда в конце недели. Спустя 4 года после скандального развода с Анджелиной Джоли голливудский актер снова обрел счастье в личной жизни. Год назад Питт познакомился с молодой моделью, в которую влюбился без памяти. Николь переехала в Берлин, как только окончила школу. В Германии красотка встретилась с бизнесменом Роландом Мэри, который старше ее на 41 год. Несмотря на такую значительную разницу в возрасте, влюбленные вскоре сыграли свадьбу. У них родился сын Эмин. Роланд владеет роскошным рестораном «Бешарт», расположенным в центре Берлина. Именно там в августе прошлого года Николь познакомилась с Брэдом. Модель по-прежнему замужем, но ее супруг относится к жизни философски. Он не склонен к обидам и ревности. У него было несколько браков и есть 5 детей, а теперь он спокойно смотрит на все, цитирует Daily Mail слова инсайдера. Мистер Мэри отказывается комментировать отношения жены, но источники утверждают, что он не держит зла на Брэда, с которым и сам давно знаком. Сейчас влюбленные находятся в поместье Питта Шато Мираваль, где состоялась его интимная свадьба с Джоли 6 лет назад. Местные жители сообщили, что актер отправился туда, чтобы принять участие в пиар-акции своего розового вина. Поместье славится винами, в особенности сорта Розе. Брэд не смог расстаться с возлюбленной и пригласил ее с собой в поездку. Николь с радостью согласилась. Потуральски до сих пор находится в браке, но это не останавливает Брэда Питта. Очевидцы рассказали, что влюбленные не стараются скрыть эмоции на публике и страстно целуются. Узнать подробнее о новой возлюбленной голливудского актера можно здесь.